Ну вот, вернулся обратно к вам, все дела сделал. Ой, Илюшка, опять ты тут. Ну вот, смотри-ка, вот я тебе покажу немножко Америки настоящей. Смотри. Тут так немного будет, конечно. Смотри, какая грязь. Все думают, что Америка чистая страна. Нью-Йорк считается самым грязным городом вообще. Тут столько мусора. Вот ты идешь по улице, просто срач. Мусор, мусор, мусор. Стаканы, банки, фантики там всякие. Это, то, все там. Вот, сейчас покажу дом, где живу. Кто захочет, приходите в гости. Угощу вкусным кофе. Илюха, а ты был в Америке? Читай мой рэп. Не, Илюха, у меня с рэпом туго. Я его не умею читать. Идешь, давай, приходи, Илюха, посидим. Туды, куды ты. Давай, приходи. Что ты, Илюха, запозднился? Я уже домой уезжаю, ты только ко мне подписался. Я не был в Америке, брат. Блин. Ну, побываешь еще, все впереди. Вот эта улица, на которой живу. Смотри, кстати, видишь, аптека по-русски написана. Видно, нет? Айди от контакта моё. Ты можешь зайти ко мне в профиль в Перископе. Там есть мой профиль ВКонтакте и в Инстаграме. Никаких проблем. Чудо, ветер поднялся. Слышно, нет меня? Или плохо? Да, слышно все, да. Ну вот так вот люди живут в таких вот домиках. Все в домах. Слышно, ну отлично, что слышно. Вот видишь, вход такой в дом. Заходишь, у тебя тут ни забора, ничего в принципе нет. Люди живут, не парятся. Срачи дали какой на участке у человека? Говори, не бойся. Нет, ходят, знаете, какие черные красотки встречаются. Америка. На лето планы? Планы такие, еду в Россию в понедельник, а там посмотрим. По щеке. Это Нью-Йорк. Кредиты тут маленькие, проценты вообще маленькие. Очень маленькие. Проценты не знаю, но я знаю, что меньше 10. Пойдет черненько, шлепни ему. И грязно. Ну, грязно здесь. Вообще в Америке, в Нью-Йорке, в принципе, грязно. На Брайтоне вообще, как говорится, Брайтон Бич, в прямом смысле слова бич. Да, сейчас приеду, поеду куда-нибудь отдыхать, если получится попозже. Иду домой. А так учился, учились, работали с женой тут. 4 месяца живу. В Лос-Анджелесе не был, в следующий раз поеду или в Лос-Анджелес, или в Майами. Как получится. А так здесь был в Штатах, был в Массачусетсе, жили 2 месяца. Был в Вашингтоне, был в Нью-Йорке, был в Пенсильвании, был в Вермонте, в Нью-Джерси. Еще где? В Балтиморе был. Этот Мэриленд. В Америке нравится. Привет, кто это? Майами, кубики нужны, Антоха. Ну, Илюха, кубики растут. Мы, кстати, с тобой, Илюха, на ринг-то как-нибудь встанем, или ты пока еще не готов? Конечно. О, отлично, договорились. Ну что там у тебя? Все, ты готов со мной бороться, да? Это хорошо. Ушатаешь. Все возможно, Илья, я не спорю. Вот, смотрите. Нет, я не борец. Я просто большой немного. Вот дом, где я живу. Вот он, получается, тут что, 4-этажный. Дружба ВКонтакте, ну и все. Илюха, в голову не... Как это нельзя в голову бить? Самое главное, Илюха, это в голову бить. Ты понимаешь, мы с тобой когда будем бороться, придется тебе в голову бить. По-другому просто нельзя. Приехал по учебной визе по F1. Да, кстати, видите, фишка у меня какая? Видите, я в Нью-Йорке, у меня Нью-Йорк. Когда буду во Флориде, будет Флорида. Когда буду в Лос-Анджелес, будет Лос-Анджелес. Наське привет, обязательно передам. В спортзале занимаюсь. Вали его на бок, ломай ему хуй. Нет, ребята, такими вещами мы не занимаемся. Как это ломать? Это то же самое, что отсосать, если ты тронешь чужую письку. Это же некрасиво. Вот такие дела. Кепку тебе привезти, я тебе эту отдам. Ношеную, поношенную, ей 5 дней.
посоветовать что-нибудь, я хочу приехать. Напиши ВКонтакте, я тебе посоветую. Стильную такую. Отлично, если будет возможность, Илюха, я сейчас пойду в магазин, мы сейчас шопиться пойдем с Настюшкой перед уездом. Может быть, что-то тебе зацеплю, если получится. Качество не очень. Черную тебе? Четкую черную. Нет, в КС не играю. Дерзкую. Тебе черную-то девушку или же я так и не понял? Вредно. Вредно все, вредно. Вообще, в принципе, все вредно. Продукты вредные, все вредное. И девушку тоже. Я не понял, у тебя же есть. Кепку твою с ноги сниму. Ну, если у тебя получится с ноги снять, никаких проблем. Приезжай. Приезжай в Череповец. Вторую. А, у тебя этот рабство, рабство будет. Ты еще усложняешь. Да, есть такое. Кстати, это не вредно, 95% менее безопасно, чем курить сигареты. Сейчас малиновый лимонад, очень вкусная штука. Давайте я вам вокруг покажу, здорово, здорово. Вот вам вокруг еще немного, сейчас подъезд покажу и может быть квартиру, если получится. Илюха, я за 5 баксов в России подстригусь. Просто здесь подстригаться дороговато будет. Привет, привет. Ну, факт может быть, я из Череповца. Если по учебке, учебка стоит 1200 в месяц, плюс жилье 800, минимум 700, и на жизнь. За 400 рублей. Ну да, четко Илюха сказал прям, как отрезал. Типа, ты что такое говоришь, у нас только доллары. Вот, видите, билдинг. Заходишь в билдинг. Вот, этажи обозначаются вот так вот, видите? A, B, C, D. Тут написано фамилии, кто где живет. Вот. Сейчас мы зайдем туда с вами. Я вам покажу подъезд. Ну, парадную, как правильно, в Питере, как, не знаю, как в Америке называется. Вот. Там мусор выносить. Здесь вот лестница. Видали, как тут чисто? Чистота вообще, друг молодежи. Америка и чистота – это вещи несовместимые. Английский язык учу тут, английский. Вот видите, тут камеры везде стоят. На камеры все снимают. J1. Нет, F1. F1. В чем сила, брат? Сила в башке. Чем больше мозгов, тем ты сильнее. Правильно? Вот, короче, подошел я к квартире. Апартмент называется в Америке. Настя не один. Нас тут много. Вот такие дела. Английский, английский нормально. Настя, надо сразу все развесить, чтобы не помялось. Давай. Так, как называется, где учишься? Иси Бостон. Настю показать просит Илюшка. Сейчас покажу. Настя говорит, не будет показываться тебе. Она на тебя обиделась. Шучу, шучу. Здорово. Постричься? Да, постригусь в России обязательно. Я бы умела эти ботинки, они мне как раз почти. Серьезно? Мама говорит, что они Ярико новые. Да не может быть такого, Настя. Постричься. Что там увидел? Да, много что увидел. Не, короче, давайте так вот сделаю. Так будет лучше. Трансляция будет интереснее. Вот, давайте я вам покажу сейчас. В США, если тут работаешь, то недорого. Ой. Вот, короче, видите, во всех квартирах стоят вот такие вентиляторы. Практически во всех. Юлька, привет. Что ты? Тут эта кроватка такая. Там клазеты. Во всех квартирах есть клазеты. Работаю, уже не работаю. Учился в Штатах. Винтик был. А тут до сих пор еще, видите, клазеты, везде клазеты во всех. Тут ванная комната, клозеты, клазеты. Сколько iPhone стоит? Apple.com в помощь. Не, на Е ударение. Клозет? Не знаю, я не знаю, как правильно. Клазеты. Клазет, клазет. Вот так вот. Тут, видите, везде клазеты. Клозет. От слова кладет. Клозет будет правильно. Учился в UC Boston. Чисто такой же вентилятор. Да, вот видите, еще одна комната такой же. Пробочка. Один в один.
Может быть, Илюха, тут так до сих пор, вот. Вот так вот. Настюху показывать не буду. Проебочка. Что такое? Сейчас покажу вам вид с окна на крыше, как тут люди живут. Они живут, у них дом в дом. Они прям упираются, вот видите. Все, сразу дом. И там дом, 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 крыша, вот там он Манхэттен. Жопа. Жопа жопная. Все зависит от штата и от места, где ты живешь. Есть места очень такие приятные. Да, вот, кстати, мелкому кеды. Томми Халфиген. Мелкому тут понакупали там с Василиской. Детям, короче. Вот, такие дела. Вот, какие вопросы еще, ребята, у вас есть? Рассказывайте. Юлька, привет, как там детки? Сейчас будем звонить вам. Как поехать учиться на английский язык? Короче, выбираешь школу, когда ехать, получаешь Юля. Визу через форму I-20 и вперед. Да. Юля, нам точно тогда Ярика размер сказала? А тебе? Юлька, а с какой у Ярика размер, скажи, пожалуйста. Там, Насте, позвони по скайпу сейчас. Вот, ну, напиши мне. Все, мы сейчас едем на Манхэттен, будем на Манхэттене, я вам буду транслировать. Вот, а кому какие есть у кого вопросы, пишите мне ВКонтакте, в Инстаграме, в Директе. Вот, отвечу на все вопросы, кого что интересует. Ну, а кто тут новенький, подписывайтесь ко мне, смотрите. Следующая трансляция в Рашке, потом трансляции будут Флорида, Калифорния и так далее. Будем путешествовать, возможно, куда-то в Европе съездим, на тачке поедем с России, там, через всю Европу до Испании, если получится. Вот, ребят, подписывайтесь. Буду в Рашке через в понедельник. Да, вон Илюха, вот видите, Илюха, ребят. Вот, мы с ним в Перископ выйдем. Будем транслировать вам в Череповце, как отдыхает молодежь. Вот, так что такие дела. Вот Юлька улыбается, все улыбаются. Давайте, ребята, по сердечку с каждого. Подписываемся. А ты, короче, парень, пошел в одно место, мы тебя сразу блокируем. Да, как по-черному живут. Учился, все, не учусь. Все, я еду на Манхэттен, буду транслировать. Все, ребята, давайте, пошел собираться, заряжаться, телефоны и так далее. Все, удачи, до встречи. Илюха, пока. Всем пока, ребят. Юлька, сейчас позвоним тебе по скайпу.